Экономика Казахстана выросла на 3,1% по итогам 2022 года. Об этом на заседании правительства сообщил министр национальной экономики Алибек Куантыров. Положительные темпы зафиксированы в сельском хозяйстве, строительстве, информации и связи, торговле, транспорте, складировании и обрабатывающей промышленности. В горнодобывающей, напротив, снижение на 1%. Внешний торговый оборот увеличился на 33%. В тенговом выражении это 122 миллиарда тенге. Экспорт вырос почти на 43%. В целом, по всем показателям, положительный рост наблюдается в 9 регионах: Акмолинской, Алматинской, Западно-Казахстанской, Жетысусской, Кустанайской, Кызылординской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской областях и Шымкенте.